Меня зовут Зыбина Софья, я студентка 4 курса по направлению журналистика. В далеком 2018 году, когда я сдала ЕГЭ и, соответственно, встал вопрос выбора университета, я сразу знала, что хочу пойти учиться на журналиста. И из подходящих мне вузов, куда у меня подходил балл, как выяснилось, балл у меня никуда не подходил на то, чтобы попасть на бюджет, я, соответственно, рассматривала варианты с самыми выгодными ценами, и среди них как раз оказался РГСУ. После того, как я поняла, что цена в целом нас устраивает, я подумала, что надо бы почитать отзывы, посмотреть вообще, чем университет живет, что там есть внутри, и после того, как я изучила, наверное, не столько направление подготовки, сколько активную жизнь вуза, которая уже тогда широко транслировалась, я решила, что да, это то место, куда я хочу пойти учиться. Активная студенческая жизнь в РГСУ, наверное, занимает огромный просто объем из всего того, что, в принципе, есть в вузе. У нас есть пары, преподы, лекции, семинары. Это все прекрасно и чудесно. Но когда я поступила и выяснила, что РГСУ — это вуз, где существуют, например, творческие мастерские, где прямо на паре мы можем посмотреть кино и потом его обсудить. Это было вау. Кроме того, ну, непосредственно в процессе обучения есть такие штуки, как гостевая среда, куда приглашают интересных спикеров, которые рассказывают о профессиях. И это уже то, что в процессе обучения меня заставляло интересоваться и углубляться в профессию. Помимо того, что есть в процессе, есть также закадровая жизнь университета. После того, как я окончила первый курс, меня пригласили в тогдашнюю еще видеостудию. И на самом деле я очень противилась тогда тому, чтобы туда идти, потому что я думала, что свою жизнь я с видеопроизводством не свяжу никогда. Тем не менее, сейчас я работаю видеографом, и во многом, если не целиком и полностью, это благодаря как раз тому, что я попала в студенческие студии. У нас очень много разных клевых мероприятий. Вы уже с первого курса поймете, что такое студвесна, что такое посвят. У нас один из самых классных обрядов посвящения. Это не как где-то просто пришли, получили зачетки, ушли. У нас целый квест, у нас тут целый мир. Это своя собственная микрожизнь, где можно попробовать себя вообще во всем, в чем угодно. На самом деле здесь ребята получают и навыки организаторов, и навыки, как я, например, видеографов. И на самом деле сильно развита как и студенческая активная жизнь, так и с позиции обучения. У нас очень классные преподаватели, у нас интересные лекции, у нас интересные семинары, и на практических занятиях зачастую даются такие задания, которые не даются нигде. То есть реально, поступая в РГСУ, вам придется пошевелить мозгами на парах, да, вам придется подумать, но при этом вы еще и клево проведете время. Я считаю, что главный критерий оценки эффективности университета и университетского образования — это то, пригодилось оно тебе в будущем или нет. Как показывает практика, выпускникам РГСУ их обучение очень сильно помогает в будущем и в профессии. Поэтому с уверенностью могу сказать, что РГСУ — это успешный старт твоей карьеры.